Так, друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике буду изготавливать декоративную панель. Применять ее можно как в заборах, так и в воротах, в калитках. Панель очень простая в изготовлении, в то же время довольно-таки красивая. Изготавливать буду полностью из трубы 15 на 15 стенка 1,2 с применением декоративного проката. Использовать буду 4 заготовки по 1,5 метра. 4 заготовки по 55 сантиметров и 4 заготовки по 45 сантиметров. Желательно было бы, конечно, использовать пики, но пик у меня нету, поэтому буду концы просто заплющивать и на наждаке закруглять, обтачивать. Но тоже, думаю, будет смотреться неплохо. Ну и так, друзья, смотрим, что у меня получится. Друзья, вот такой вот простой, незатейливый и в то же время очень красивый узор. При желании можно добавить сюда еще бублики по краям. Кому не нравятся бублики, можно добавить запятые. Тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Все фломастеры разные. Мне лично нравится более простой вариант. Ну все, друзья, все как всегда. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. До встречи через неделю. Всем пока!